Всем здорово, пацаны. Продолжаем наше легендарное прохождение. Вот, хочу сказать, Супер Вейп ко мне уже едет. Были мафии, все-таки сделал то, что обещал. Молодец. Вот. Ну и пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Были мафии и передать сегодня день рождения у Макарикова, у Белого Волка. Поздравляю его с днем рождения. Вот. Так, пацаны. Вот, вроде бы все передал. Ну и спонсорам, конечно, огромное-огромное спасибо. Еще раз ходить за припасами до Сары. Окей. Мы это сделали. Далеко ли тут идти? Сколько там надо метров? 800. Окей. Давай сядем на мотоцикл на свой. Поедем к Саре за припасами. Надо в другую сторону, блин. Давай. Открывайте ворота. Открывайте, мои дорогие. Ой, не туда поехали мы. Задумался я. Ты как, ничего? Ну, я говорю, бывало и лучше. Слушай, кровь уже вроде не идет. Нет, идет. Ладно, к тебе уже едут. Ты подожди только. Хочешь, я вернусь, посижу с тобой? Нет, еще чего, не надо. Короче, я и так чувствую себя как баба. Все нормально, нормально, правда. Я потом зайду в лазарет, проведаю тебя. Видел я этот лазарет, там хорошо. Совсем не то, что здесь, это уж точно. Слушай, а как мне туда забраться? Да, он туда не залазит. Ты только смотри, дока особо не доставай, понял? Конец связи. Эй, сколько намадов вы за сегодня убили? Ага, у вас на лбу написано. Как мне обойти, как мне туда залезть? К ним. К сожалению, он по скалам лазить не может. Давай сядем на мотоцикл. Сейчас мы с ними разберемся. Все, пацаны, разобрались мы с этими бандитами. Ладно. Видите, что здесь творится, получается? Так, монитор мне нужно использовать. Создать. Видели, какие бандиты тут? Не дают мне прохода, короче. Кто-то попал в западню, надо помочь. Сейчас поможем. Давай, чувак, беги. Помогите! Помогите! На помощь! Тихо! Все хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи, я пойду. Diamond Lake, по-моему, я всех отправляю. У Diamond Lake есть лагерь ополчения. Спроси капитана Коури. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть! Спасибо. Давай, буксуй отсюда. Большое тебе спасибо. Скажи, это был Дикон, они поймут. Держись подальше от дорог и беги. Так, эти я могу делать? Эти у меня все сделаны уже. Так, окей, давай этих уже пошарим.
У них постоянно только калаши валяются. Пока я еще что-то такое деловое, крутое не встречал у них. Пистолетов нормальных нету и так далее. И так далее. Ну, тут ничего интересного, как всегда. Тряпки, шмапки. Трубки разные. Чтоб фугасы делать. Кстати, я могу фугас сделать? А-а. Ничего не могу сделать. Пойдем к нашему байку. С бандитами, короче, мы разобрались. Оба-да! Поедем дальше. О, волки завыли. У меня есть нитро, волки. Спокойной ночи. Фу, я чую гнездо. Блять, опять гнездо. Что у меня, блядь, везет все, блядь, на эти гнезда, нахуй. Как мне уебать палкой по ним? Еще одно. Погнали. Еще одно гнездо. Сожжем его. Тут где-то еще должен быть. Все? Разобрались с ними. Вот так вот, пацаны. Короче, у меня... Сейчас можем создать, кстати, мы. Вот так коктейли Молотова у нас и заканчиваются. Еще эти, блин, жрут. Постоянно. Все, все сделали. Нужно... Опять я не могу сохраниться. Я после... Кто здесь летает, получается? Завалил. Теперь я могу сохраниться? Все? Теперь да, теперь быстрое сохранение Трофей. Работает. Клюв крикуна. А у этого есть что-нибудь? Давай посмотрим, может быть, боеприпасы какие-нибудь найдем. Ага, лом. Сразу эти. Трупяки все, начинают приходить. Порядок. Я говорю, едешь за одним, тут всегда так. За одним обязательно нарвешься еще куда-нибудь. Давай, прыгай. Едем за трофеями, Сари. Смотри, олень убегает, а за оленем пума бежала. Или это пума за мной бежала? Вроде бы мне сюда. Ну, поищем этот силикагель. Ну, как же вы туда пробрались-то? Тут, по-моему, дети ходят, да, эти? Ну, как их там? Малыши эти. Кто это пищит тут?
Они так пищат смешно. Все заколочено. Надо найти лазейку. А, тут мы не зайдем. Нужно как-то обойти сейчас нам. Сейчас обойдем. Блять. Блять, я так не попаду. Это птица. Доступно очков навыка. А, давай. У меня должно быть 2 очка. Я же там хотел прокачать вот эту вот штуку, по-моему. Чтобы что? Чтобы... Не то. Не то, подожди. Вот это мы, по-моему, хотели. Стрельба. Убийство противника быстрым голову. Это мы бы сделали. Арбалетных болтов. Это не то. Подожди. Рукопашная тогда получается. Атаковать тяжелых фриков, подожди. Не то. Стрельба тоже не то. Вот это мне нужно, да. Метательных предметов вы можете носить с собой. Вот это домой. А, я так не могу. Я думал, перескочу и куплю. Ну, давай так тогда. Что я теперь там могу сделать? Возможно, собирать вдвое больше растений. Хорошо. Вот потом это. Подсветка противника при использовании взгляда следопыта. Хорошо. Прокачиваем это. Может, здесь? Вроде здесь можно забраться. Снайпер засел на дороге. О, черт. Где ты увидел снайпера? Где ты видишь снайпера? А, у них тут гнездо, блядь. Сейчас мы разберемся. Чую по запаху, гнездо где-то рядом. Сука ты. Все, нету гнезда. Было гнездо и нет. И нету гнезда. Семейный магазинчик. Ну и где тут искать силикагель? Кто это пищат тут? Ну вот пистолет только пацаны, вот силикагель. О, вот он, силикагель. То, что надо. Ага. А теперь надо только выбраться. Опа, стрельба какая-то пошла. Стрельба пошла. Винт нет места, сейчас возьмем. Максимум. Давай создадим туда. Все равно. А, это банка. Я подумал, бинт. Давайте оставим. Ты не умел парковаться. Ставим пулемет свой. Да, получится ее сдвинуть. Ну, можно. Конечно, давай, сдвинем, сволочь. Давай. Есть! Есть! Вечно так. Я паркуюсь, как хочу. Ну, молчать! Все, короче, уезжаем отсюда. Справились тут мы. Ну.
Сара, ты на связи? Я достал тебе силикогель. Капрал Сент-Джон, слышу вас. Я на совещании с лейтенантом Уивером. Капрал Сент-Джон, а когда за мои заявки возьмётесь? Не знаю. Я... Уивер! Капрал, вернётесь на остров, доложитесь мне. Конец связи. Уивер, козлина, чё он вокруг неё вертится? Да он её мужик, стопудово, пацаны. Док, вы на связи? Капрал Сент-Джон вызывает дока Хименеса. Прием. А, Сент-Джон, как рука? Нормально. Это мазь, которую вы мне дали, прям отлично. Ну, это уж мне судить. Я просто хотел у вас спросить, насколько хорошо вы знаете лейтенанта Уивера? Лейтенанта Уивера? Ну, как всех офицеров. А что? Да нет, ничего, просто я выполняю поручения от него и от лейтенанта Уитакера. И, короче, он как-то все время, не знаю, он все время к ней пристает, и меня это выбешивает. Лейтенант Уитакер сама разберется. Взаимные подколки среди офицеров – обычное дело. Даже полковник закрывает на это глаза. На твоем месте я бы не лез в их дела. Ладно, док. И насчет лейтенанта Уивера не волнуйся. Он не святой, но я видал людей похуже. Конец связи. А, ну все-таки они не муж и жена еще. Ладно, давай. Посмотрим. Давайте, Уивер, ребята, богом смотрим. Клянусь. Боитесь уступить конкурентам? Все, пошел вон! Какие-то проблемы? Мэм? Дружеская беседа, капрал. Лейтенант? Что не поделили? Ничего, просто для Уивера на любой вопрос один ответ. Спалить все до основания. Пошел! Да, пошел он. Вот. Спасибо. Не надо. Ну что, Дик? Не надо вот этого спасибо. После каждого спасибо я оказываюсь снаружи с очередной дурацкой заявкой. Дурацкой? Я... Вот что ты думаешь. Все, что я тут делаю, моя дурацкая блажь. Ой, ну конечно. Тогда я не понимаю, почему ты до сих пор здесь? Ты тупая, блядь, или что? Ну так давай я тебя просвещу. Я вот уже 2 года убиваю фриков. По одному, своими руками. Они дышат мне в лицо гнилым мясом меж зубов. Если ты работаешь над чем-то, что истребит их всех, я готов помочь. Какой не помочь? Не желаете меня видеть, так отдайте приказ. Мэм. Какой ты тоже Дикон, ты, блядь, дурачок. Ты жена твоя. Что это такое, не понимаю? Прости, ладно? Какой прости, дурочка, блядь. Вы муж и жена. Дикон, блядь, всю жизнь 2 года посвятил, блядь, ее искать. Нашел, нет, сейчас. Правда. Ездит всякие удобрения ищет ей. Что за тупость в сюжете? На этом была основана вся игра. Спасибо. О, привези еще. Я благодарна за помощь. Ну, привези еще, он дала, блядь. Привези еще, там, удобрений. Да, я в шоке, блядь, просто. Мне это бесить начинает. Я не намерен терять Сару снова. Санусь, помогу, чем могу. Хоть бы какой-то разговор сделали какой-то серьезный, она бы объяснилась бы. Ладно. Ну не этот же дебилизм. Сент-Джон, ты на связи? Да, я здесь. Это Уивер. Что там с моей заявкой? Ты хоть заглянул в нее? Что? Ты теперь чуть ли не каждый день ведьму обслуживаешь. Я чувствую себя обделенным. Да. Да, то есть, да, сэр, полистирол. Нужен полистирол, верно? Ага, вот именно, полистирол. Если ты не знаешь, где его взять, на 97-й трассе к югу от Чемулта есть разбившийся грузовик под водонапорной башней. Найдешь? Да нет. Короче, найду я его. Грузовик, да? Достану я этот полистирол. Уж постарайся. Конец связи. Хм, а, ладно. Пока, капрал.
А ты пушку из рук не выпускаешь, да? Ты дурдом какой-то. Давай мне мотоцикл. Привет. Делай. Подходи. Ну, только заправиться могу и все. Это прикол какой-то, блядь. Вот так. Так а делать ты мне будешь, не его? Что-то нужно? У нас есть. У вас, походу, ничего нету, я не понимаю, блядь. Что бы ты ни искал, у нас есть. Почему здесь ничего нету, блядь? Так, все. Походу, это не у вас есть. Эй, капрал, заглядывай. Где мой мотоцикл? О. Что тут по сюжетным линиям? Трофей на охоту, это мне неинтересно, это неинтересно, конец света. Собрать полисерол для Уивера. А закон о беспорядок, что это? Послушай, речь, пошли, послушаем речь этого старичка. Эй, тебе сюда нельзя! А я закрою рот, мне сюда нельзя. Мне везде можно. Послушаем опять, как он там будет нам рассказывать. Байки лепить. Дедок этот. Зачем это делают, тоже непонятно, блядь. Еще и загрузку. С вас со мной с самого начала. Вы прислушались ко мне, когда я предупредил вас о надвигающейся чуме. Вы отправились со мной сюда. Помогли построить этот ковчег. Но вне зависимости от того, когда вы примкнули к нашим рядам, лишь вчера или с самого начала, теперь вы часть этого великого начинания. Мы с вами вместе должны спасти человечество. Хочу напомнить вам, перед тем, как вы отправитесь за пределы этих стен, что мы все еще ищем материалы, достойные сохранения в ковчеге. Нам нужны учебники, руководства, энциклопедии, книги, диски, все возможные носители. Лейтенант Уивер перечислил несколько книг по химии. Лейтенант Уитекер указала на недостающие книги по биохимии, генетике и биологии. Капитану Хименесу требуются книги по медицине, анатомии и хирургическим процедурам. Сержанту Томлинсону – книги по дорожному строительству и машиностроению. А капитану Хокинзу пригодятся любые материалы по сельскому хозяйству и гидропонике. Так что, отправляясь на вылазки, имейте все это в виду. Что это за политинформация такая? Помогите нам заполнить ковчег. Все свободны. Давай, иди. Все. Я заполню ковчег. Чуть-чуть еще осталось. В принципе, у меня второй уровень откроется. Там новое оружие будет. Найти полистор для Уивера. Я не хочу его. А, мне пропал. А, ну давай найдем тогда тебе полистора тут. Окей. Далеко тут ехать? Ага. А, тут я еще ни разу не был. Да тут зараженных вон сколько. Ну тут, видите, тут я немножко уже очистил. Вот засаду на лагерь еще надо шлепнуть потом вот это. Бля, далеко ехать. И приблизить я не могу тут. Тут нету больше никакой точки, чтобы я быстро перемещение быстро сделал. Окей. Так, подождите, пацаны, сейчас знаете, что я сейчас сделаю? Вот так. Я уже забыл, там вроде бы можно это мотоцикл подделать.
Сейчас поедем, сделаем. Вроде бы новая локация, новые персонажи. Тут все по-другому немножечко. Тут новые виды этих появилось. Но видите, зараженные уже птицы. Кстати, с ними очень тяжело. Ну, сделано прицелиться, выстрелить в них. Ну, я понял, они когда кричать начинают, писки сдают, нужно сразу, ну, ворот делать, ну, прыгать. И тогда они по нему не ударяют. А чё сюда приехал? Блять. Ой, ты караул-то, блядь, слушай ты. Ладно, поедем отсюда. Я что-то подумал, что тут этот мотоцикл тоже можно делать. Тут нельзя его делать. Давай сюда сгоняем. Быстрым переходом, по крайней мере. Наверное, мотоцикл там можно делать. Сент-Джон вызывает Уитакер. В общем... Капрал Сент-Джон. Да, Мэтт. Полковник тут. Как раз говорила, как ты мне помогаешь. Капрал Сент-Джон. Да, лейтенант Уитакер. Очень тебя хвалила. Я просто делаю свою работу, сэр. Я рад. Лейтенант Уитакер сильно отстает от графика. Может, с твоей помощью? Мэтт, я же сказала... Биология, мое исследование, это намного сложнее, чем просто сделать бомбу. Уивер всего лишь... Лейтенант Уивер опережает график. Если вы не сможете его догнать, я заберу ресурсы с вашего проекта и переброшу на его. Вам ясно, лейтенант? Да, сэр. Ясно. Работайте. Все нормально, а то похоже, что... Извини, мне пора. А, в этом лагере вообще ничего не могу. У меня ни денег нету, ничего. Все, я понял. Мне нужно отправлять людей в этот лагерь. Ладно. Не ладно, блин. Все, это отдельно. Я думал, это один и тот же лагерь. Просто получается, ну, на в разных частях. Блядь, теперь как сюда ехать? Сколько ехать долго? Давай. Погоди, я сейчас. Капрал Сент-Джон, говорит полковник Кант. Прием. Да, сэр. Капрал, да, это очень срочно. Один солдат, офицер, покинул службу. Офицер? Мерзкий предатель. Он убил двоих сослуживцев и украл один из служебных мотоциклов. Его видели на Саутрем Драйв. Украденный мотоцикл с синим бензобаком. Найди его, Капрал. Да, сэр. Я его выслежу. Капрал, возьми предателя. Живым. Живым, сэр? Мы его повесим, Капрал. Блять, чтобы никто больше не подумал, что можно плевать на законы ополчения. Дед, ты офигел вообще, что ли? На законы Господа. Слушаюсь, сэр. Получается, мне нужно рисковать жизнью. А как тут пройти, блядь? Мне нужно раскрывать жизни, чтобы кого-то живьем взять, чтобы дед повесить мог. Это, блядь, прикол какой-то. Слушай, какой-то маразм творится, я честное слово. Вообще. Дороги нахуй. Пять птиц эти. Давай покатимся, чтобы бензин сэкономить. Почему-то мне тут не рисуется на карте, сколько осталось до этого. До места, ну... Опа!
Макариков еще спрашивал, чего я не летаю, как в GTA, говорит, Сан-Андреас. Потому что у меня нитро не было. Я бы не перепрыгнул бы, а с нитро могу он перепрыгнуть. Чего сидите? Чего стоило ожидать? Давай за ним, догоняйте меня. Видели, как они сидели? Сидели и ждут кого-то, придурки. Я уже, по-моему, тут ездил как-то. Блять, ну его нафиг, слушай. Так долго пилить, короче. Какая-то заправка вон. Походу как-то орда была. Что я, блядь, больше по-другому не проеду, да? Давай сохранимся здесь. Здесь она просто прошла, тут получается вообще все посметала на своем пути. И столько бензина потратили. Так. А, ну тут просто объехать надо было. Водонапорная башня. Приехали. Он должен быть где-то здесь. Теперь надо найти барахло для Уивера. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Блять, не могу создать коктейль Молотова. Вот так вот. Бляха-муха. А как мне спалить это гнездо? А фугасом я могу его спалить? Да нет. Еще одно. Сейчас тут вот еще одно. Полистирол. А, эти. Так, что мне нужно? Керосина у меня нету. У меня все есть, у меня нету керосина. Вот, вижу. Нужно еще. А, еще немного. Вот дожились, блядь. Ходить по мусоркам этим. Ходить по мусоркам. Крикуны. Крикуны, они нас называют. Чертовы крикуны. Ну тут я больше не вижу эту полистирола эту. Может быть тут где-то выше?
А, ну вот. Еще кусок. Еще надо найти где-то. Это... Там гвозди лежат. Еще одно. Ну, сейчас подпалим. Бля, тут их три. Гнездо. Должно быть где-то еще здесь. Гнездо. Слушай. Давай, может, там сбегу найду. Хоть что-нибудь. Хотя, навряд ли тут я найду керосин. А, черт. Крикуны. Целое гнездо, мать их. Надо сжечь гнездо, иначе они от меня не отвяжутся. Тут нужны патроны для дробовика. И много. А, ну видишь, он говорит, что якобы с дробовика круче всего стреляется. Мне нужно найти еще эти. Где они тут валяются? Я не вижу. Я включаю этот вид следопыта этого. И нифига. Хоть ты тресни. Во, пособирал. А, во, лежат. Этого хватит. Все. Отмечу на карте, пусть потом Коури кого-нибудь пришлет за остальным. Ладно. Надо валить отсюда, пока Орда не прибежала. О, Орда, ты меня не пугай так, Орда. Вот почему, пацан, теперь вы понимаете, почему я хочу прокачать, чтобы он мог больше бутылок с горючей смесью носить и так далее. Потому что мне три мало всегда. Тут теперь в игре, даже если вот, лежанки, зомби... По несколько штук сразу, и мне всегда мало одной. Сейчас как раз заправим свой мопед. Так. Тут не хочется управлять его. Почему? Давай, заправляй. То, что надо. Вот, порядок. Теперь поехали. Погнали. Ну вот, поедем, съездим, отдадим это кому-то. Простилор. Короче, пластмассу. Тихо, тихо, тихо. Тут мы сейчас поедем по этим катакомбам опять. О. Там бандиты, помните же, меня ждут, да? Ну что тут опять, блядь? Ну, ёлки-палки. Так, надо осмотреться. Клад ладно, какой-то. Посмотрим. Я на верном пути. Что я здесь найти должен? Здесь что здесь?
Что тут у нас? Чем мне эти грабли? Вот ты где. Какая-то ерунда, блядь. Так вон, я вижу, там, наверное, они будут сидеть, ну. Тут и следопытом быть не нужно. Выходи, ублюдок! Чего притих, а? Наши бьют! Хрен тебе! И, пацаны. Что вы хотели этим добиться, блядь? Давай хоть, может, керосин тут найду, уже раз пришел. Чтоб бог с ними. О, стаканчиков тут и так много везде. О, керосинчик. Одна бутылка керосина получается. Ну, давай керосин. Вот. Еще есть тут керосин. Все, короче, больше ничего нет. Давай еще один сейчас коктейль Молотова сделаем. Только два их, видишь, пацаны? Мало совсем. Канистра. Я даже их обыскивать трупы не буду. Уже столько времени потратил. Там еще вон знак вопросика какой-то. Я не пойду туда. Вот так. Ну вот, порядок. Бля, одна миссия целый час. Одна миссия, маленькая, крохотная, целый час у меня занимает времени. Потому что вот разные вот... Вот сейчас тут будут бандиты где-то. Это прикол какой-то, слушай ты. Целый час он катаюсь. Блять, чтоб стаканчики, слушай, чтоб стаканчики собирать целый час потратил. Дикон, ты этого себе хотел? Два года искал. Я в шоке просто. Это такой так они просили. Я думал, даже они встретятся со своей женой, с этой Сарой, да? Как-то по-другому это, при других каких-то немножко обстоятельствах будет. Можно было бы что-то поумнее бы, поинтереснее бы сделать, понимаете? Нет, он встретился, он ездит стаканчики пластмассовые ищет ей. Это, конечно, ну... Конечно, это я в шоке просто. Я не думал, что такая, что у сценаристов не хватит, получается, ума еще что-то интереснее прописать. Я уверен, да, в дальнейшем тут какие-то сюжетные повороты, очень интересные твисты ушами нас ждут. Но пока это просто-навсего, я не знаю. Ездить, блядь, стаканчики собирать. Блядь, не туда поехал. Понимаете? Прикол вообще. Да, у них такой тут лагерь большой. Еще врезался. Давай, иди отдавай ей.
Я вот специально просто езжу эти... Что, проблемы? Что ты хочешь? Эти стаканчики собираешь, и просто, может быть, как-то сюжет сдвинется по поводу жены его. Только ради этого. Ладно, можно. Привет. А, это этому надо было стаканчик. Я думал, ты жене. О, класс, класс. Положи вон туда. Дай-ка возьму. Ага. Неплохо. Ну, как там дела с лейтенантом Уитакер? В смысле? Ну, чувак, я же вижу. Ты все время к ней бегаешь. Выполняю свою работу. Как скажешь. Да, я тоже поначалу хотел к ней подкатить. Че, правда? И что? Старик. Интересно. У дамочки потрясная жопа. Я по жопам. Слабость моя. Ага, ну... И как прошло? У кого еще по жопам слабость? Жесть вообще. Она меня повалила, чуть руку мне не сломала. Короче, ты с ней поосторожней. Она нервная. Да, я буду иметь в виду. А нужно еще что? А, нет, бери это и за мной. Кстати, интересно, сколько у него набитий? Тогда, помните, было 37 надпись? А, и сейчас 37, значит, ничего не меняется. Нет, я думал, это считается, сколько я убил этих. Но. Или я просто не убивал никого убитый. 37 так и осталось. Это просто надпись обычная. Что, мне еще с ним куда-то идти еще нужно? Была пару месяцев назад водище, и мы видели кучу фриков. Чёртову орду. Я вот думаю, они ведь не просто так кучкуются, в смысле... Полистирол – это ароматический полимер, а бензин состоит из простых алифатических углеводородов. Поди выговори. В общем, если их смешать, молекулярное взаимодействие в полимере ослабевает. Ну да, кто же этого не знает? О, у вас полимера тут, хоть жопу ешь. А вы это... Есть! Слушай, может, он мне какую новую бомбу придумает? Это, друг мой, напалмовый коктейль. И с ним мы выиграем эту войну. Доведу формулу до ума, и гореть будет жарче ацетиленовой горелки. Сечешь, братан? О, да, я отсеку. Приходилось видеть. Еще что-то нужно? Не, все есть. Почти то, что надо. Кабум! Мало им не покажется. Подпалим кому-то жопки. Да уж. Ой, бля, караул. Что там у нас? Найти ворона, да? Трофейная охота. Трофейная охота, блядь. Тебя не будут кормить. Такие вот дела. На, уши тебе. Здорово. Здорово. Пока, ничего не... Покакаешь дома, так? Не... Давай купим. Эй, кучу. Капрал, как жизнь? Привет, сержант. Вот хочу себе потом такой автомат купить. Скрипка. Смотрите, какой дробовик, блядь, вот шахает. Точность темп стрельбы совсем маленький. А, о. Меткая винтовка. Потом вот такой вот купим. А, такой у меня есть. Пистолеты надо купить. Ликвидатор. Это вообще-то не ликвидатор, это получается Desert Eagle. Правильно называется. Невероятно точный, высокий темп стрельбы. А это получается 57, или как он правильно называется, пистолет? Ну, 57, по-моему. ПДФ почему-то назвали. Может, это ПДФ? Совсем ничего. Ладно, дед, давай это. Ничего не приглянулось. Спроси. Вот другое дело. Пополним немножко. Дешевле, чем навьё брать, да? Ну ведь так. Давай. Не бухти, где мой мотоцикл? Капрал, будь там поосторожнее. Ой, за мотоциклом далеко бежать, да?
капрал, что новенького? Привет. Все смотрю, как намады приезжают и уезжают. И иногда мне хочется быть такой же храбрым, чтобы тоже так делать. Мы делаем мир безопаснее, сжигая одного фрика за ним. Да, там уже двери там будут, чтобы не выехать отсюда, получается. Я пока сейчас по лагерю проеду, у меня половина бензина закончится. Поедем мы эту трофейную охоту ему возьмем. По крайней мере, я должен сейчас выехать с лагеря, и они должны мне давать какие-то задания, получается. Знаете, что вообще мне кажется? Что они, разработчики, искусственно просто растянули эту игру. Я говорю, здесь очень много нужно было вырезать. И она была... Сен-Джон, это о, видите, прием. Что я говорил? Для идеально. Тебя есть задание. Приезжай в Diamond Lake. Вас понял, капитан. Конец связи. Вернуться в лагерь Diamond Lake. Зачем? Мне туда возвращаться. Защиты слабых. Блять, только выехал, сейчас назад ехать надо. Пизду нахуй. Поедем, блядь, назад. Это дебилизм, блядь, тоже. А, тут далеко ехать? А почему я не могу сделать быстрое перемещение сюда? Блять, сюда могу сделать быстрый переход, туда не могу. Почему так? Теперь могу. А, я не то выбрал. Ой, караул, ладно. Такие вот дела. Давай, садись. Поехали. Пол бензобака потратил. Это капрал Сен-Джон. Открывай. Меня интересует только это, давай. Два, раз, два, три, четыре, пять. Что? Давай мне бензин теперь. А у меня, блядь, денег тут нету. Вообще, ни копейки, ну, поняли? Вот. Пойду я хоть что-нибудь продам. Подожди. У меня же там еда какая-то есть, по-моему. Эй, ну, пока. И еды нету продать. Ушей нету, еды нету, все там продал. Ёлки-палки. О, попал. Ладно. Марш, марш, марш! Давай! Сержант. Ты можешь быстрее! Моя покойная бабушка и то лучше бегать. Моя покойная парализованная бабушка на своей коляске и то перегнала бы тебя. Есть, сержант! Есть, сержант! Иду! Караул просто. Я ж приехал. Марш, марш, марш! Шевели задницей! Думаешь, так утратят фриков? Да ни хрена! А, с этим надо поговорить. Есть, сержант, иду. Капрал, Дикон, хорошо. Спасибо, что быстро откликнулся. Я понял, что это срочно, сэр. Так и есть. Один из наших в плену. В плену? Все бродяги в округе только и делают, что охотятся на нас. И я имею в виду, ну, на ополченцев. Похоже на то. Я отметил расположение на карте. Он совсем зеленый, Сен-Джон.
Рядовой Росс. Итан. Я отправил его выслеживать группу мародеров, но, видно, опыта не хватило. Рядовой Росс. Я его не знаю, но я вытащу его живым, капитан. Удачи, Сен-Джон. Выполняй. Работа выполняется. Найти местоположение мародеров. Это куда надо? Ёба! Что? Я бы как сделал бы? Я бы заехал бы сначала сюда. По идее, нужно сюда мне заехать. Потом три гнезда зачистить нужно. Тут вообще, посмотрите, что здесь творится. Вот тут. Вы видите это? Здесь вообще, здесь орды, наверное, с ума сойти. Засадный лагерь, я тут уже был. Получается, вот нужно их зачистить. Тут зачистить. Короче, здесь тоже вот. Блокпост Нера этот можно зайти. Но здесь, смотри, здесь все кишит просто на все время. А потом уже, это получается, ради этого задания, потом можно эти птичи, короче, вот тут. Вот они тут. Тут можно вот сколько заданий поделать одним путем. Ладно, тогда выезжаем, пацаны. Выезжаем. Да уж. О, получается. Видали? Трофейная охота, блядь. Мне не нужна уж трофейная охота. Ты можешь быстрее. Моя покойная бабушка. Вот такие вот пироги, короче, поедем. Попробую сейчас все вот эти вот три или сколько-то миссий зацепить. Есть, сержант. Одним махом. Давай, погнали. Два километра. Погоди, я сейчас. Мне бы заехать, бы, блядь, бензином заправиться. Я говорю, сейчас по пути, пока буду ехать, сейчас три блокпоста встречу. Ну, на меня нападут. Еще там что-нибудь. Обязательно. О, здоровяк. Быстрое сохранение. Ну что, пацаны, в путь дорогу. Дорожка у нас следующая серия будет напряженная. Я считаю. Вот. Зацепим все эти миссии, короче. Так сделаем. Все, пацаны. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.